В эфире новости, в студии Лариса Медведская. Здравствуйте. Два человека погибли в результате обрушения жилого дома в Междуреченске. Процедура опознания тел состоится сегодня утром. Работы по разбору завалов продолжались всю ночь. На месте ЧП находились более 1500 спасателей, около 100 единиц техники. На данный момент завершен демонтаж всех разрушившихся конструкций. Причины происшествия предстоит выяснить следователям. По предварительной версии, трагедия могла произойти из-за нарушений техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ в магазине, расположенном на первом этаже дома. По словам жильцов, за несколько минут до трагедии в стенах их квартир стали образовываться трещины. Губернатор области и будет работать комиссия, которая будет выяснять причины обрушения подъезда. Возбуждено уголовное дело следственным комитетом. И пока ситуация такая. Люди, которые жители этого обрушившегося подъезда, а было 26 человек, согласно прописке, они сейчас размещены либо в санатории «Солнечный» около города, недалеко тут от Междуреченска, либо разместились у родственников.